12 дней игр, гуляний и развлечений. Так на Руси отмечали святки. Время от появления первой звезды в канун православного Рождества и до освящения воды на крещение. Традиции предков придерживаются и в наши дни. В Бендерах провели рождественскую ярмарку. Зимние праздники в разгаре. Идут веселые святки вплоть до крещения. Выносная торговля. Здесь можно купить по-прежнему актуальные сувениры, маски и символы года. Есть и сладости, мед и ароматный глинтвейн. Натуральный мед любой полезный. Нету такого, что какой-то полезнее, какой-то менее. Какой человеку нравится? Если есть там майские, акация, разнотравие, цветочные, гречка. Ну, гречиха, правильно. Гречиха, допустим, укрепляет мышцу сердца, там, а он весь для простуды, он весь для, как бы, для укрепления иммунитета. Любой мед полезен. Вышли на елочку посмотреть мероприятия различные вот сегодня для детей. Конкурсы, стихи, подарки. Очень радует. Спасибо большое всем госадминистрации и всем остальным, кто организовал данные мероприятия. Поросенок Джордж – символ уходящего года тигренок. Одна из хозяек наступившего – кошечка-карамелька – затеяла игровую программу для ребят. По словам родителей, с такими шустрыми аниматорами дети готовы резвиться круглосуточно и в любую погоду. Было очень весело, круто даже. Мне так понравилось. Воздух чаще тут быть, чтобы все так приходили. И тут очень классные призы. Мы хотим поздравить с наступившим Новым годом, с Рождеством. Пожелаю всем бендерчанам здоровья, благополучия вашим семьям, чтобы у вас было все хорошо в доме, чтобы у вас был уют, мир и счастье. И хотим сказать спасибо всем жителям за этот праздник и за то, что вот сделали такой праздник нашим детям. Прошли каникулы хорошо, и гулял я очень много. И отдохнул. Ну, еще несколько дней есть время. Викторины, игры. Особенно понравилось детям кидаться снежками. Первый снег, как по сценарию, безусловно, украсил праздник, но налепить из природного материала хороших комочков не удалось, поэтому в ход пошел реквизит. И, конечно, никто из ребят не ушел с праздника без сладкого приза. Дорогие наши ребятишки! Мы, сказочные герои, Карамелька, Тик и Джордж, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Растите большими, здоровыми, красивыми, слушайтесь родителей и, конечно же, получайте подарки, радуйтесь жизни! Мы желаем вам от всей души всего наилучшего! С Новым годом! Концерт с участием коллективов ДДЮТ, артистов ДК Ткаченко и КДЦ «Шелковик». Новогодний святочный репертуар. Снегурочки и Деды Морозы поют не хуже эстрадных звезд. Навсегда приходит к нам Новый год. Дорогие друзья, в наступившем новом году хочу пожелать вам здоровья, счастья, успехов. Наступающая неделя, которая начинается уже, на которой мы уже будем работать. Хочу вам пожелать успехов, удачи, ну, всего-всего самого наилучшего. В руках артистов цирка «Юность» не гири и трапеции, как обычно, а колокольчики и бугай. Накануне Васильева дня старинные молдавские колядки или калинды звучат прямо со сцены. У реки на Масарау худицица пушал, она твоя! Я вырос на эти калядовки. Ну, до сих пор в селах практикуется и сейчас. Но я сам ходил, когда был маленький, когда учился в школе. И чуть позже. Вот это все. Еще и нашел книги. Осенью я поехал в село и поехал в молдавскую библиотеку. И нашел книгу про старых вот эти калядовки. И взял такие более народные, где народные слова, и разделил ребятам. Желаю счастья в этом году. Желаю его провести с родными дома, чтобы все было хорошо. Не спешим прятать карнавальные маски и украшения. Они еще понадобятся на святочной неделе. А в ближайшую субботу состоится закрытие главной новогодней елки на Центральной площади. Финал зимних гуляний будет зрелищным. Елена Росланова, Валерия Усвайская, Иван Зелинский, Бендерское телевидение. И бежит веселый самый длинный.